Война и мир. Том 3. Часть 3. Глава 32. Краткое содержание. Князь Андрей должен был умереть еще в дороге от воспаления в кишках и горячки. Однако ему стало лучше, но это лишь ненадолго оттягивало мучительную смерть. Болконский просит Тимохина достать Евангелие. Андрей лежал и думал. Мысли его были ясны, но действовали вне его воли. Он думает о любви к ближнему, о Боге, жизни и смерти. Тут он замечает Наташу. Сначала думает, что видит лишь в бреду, потом понимает, что она настоящая, и ощущает к ней чистую божескую любовь. Андрей ее простил. С этого дня Ростова стала ухаживать за Болконским. Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрагиваясь губами. «Простите», — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него, — «простите меня». «Я вас люблю», — сказал князь Андрей. «Простите». «Что простить?» — спросил князь Андрей. «Простите меня за то, что я сделала». Чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, целовать руку. «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде», — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.